Здравствуйте, iPhone 11 на 64. Стекло в хорошем состоянии. До свидания. Здесь потертость. Сколько за грамм свой? Здесь потертость. И вот здесь потертость на корпусе. За стекло в хорошем состоянии. Вот так вот покажем. Третью. Экран родной. Так, это идет RAW версия на 64. Так, Face ID работает, полностью проверяли. Трутон тоже есть. Экран родной. Так, аккумулятор у него 86%. Вот, телефон. Вес сколько, чем? Телефон 19-го года. В 19-м году его купили. 10-го месяца. Ну, весь, у него весь функционал рабочий. Полностью рабочий. Так, по фонарику сейчас покажу. Фонарик тоже работает. Так, из комплекта. А, дефект. Какие дефекты по корпусу я показал. И есть еще дефект динамика. Почему цена стоимости такая низкая? Динамик работает, но... Тихий и хрипит. Возможно, нужно сеточки почистить, а возможно, сам динамик поменять. Вот. Слуховой динамик в хорошем состоянии. В принципе, так же, как микрофон. Так, по комплекту. По комплекту идет бумаженцы такие. Стандарт, который идут. Чехол. Чехол в комплекте. Зарядное устройство его. Ну и коробка, естественно, с чеком. Указано, что покупка 25 числа 10 ноября. Ой, 25 ноября 2019 года. Так, полностью рабочий, хороший стоит.